сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бәлеп жүремге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз, я мен қатты қуанамын. Я подписаться басып қойыңыздар, қызыл кнопка лайк деген бар. Я сіздер лайк басып кетіп қаласыздар, сол жаман достар, қиын емес қой. Так, бізде бір болады ғой, мына французша кино қарағымыз келеді, французша клип қарағымыз келеді. Тек французша емес, немісше, испанша деген сияқты еще түрлі ютубта видео қарағымыз келеді. Оның орысша түрі жоқ, бірақ жалпы французша видеолар, жалпы испанша, жалпы не бойынша қарағымыз келеді. Қараңыздар, так, мысалы мына видеоны қараймын. Мысалы мен осыны қарағым келеді французша, бірақ мен французша білмеймін. Иә, французша білмеймін мен ол үшін. Мына қараңыздар, Play Market, App Store-дан болсын, я компьютермен де болады, я мына приложение скачать етем, браузер ғой, Яндекс нүкте браузер, я Алиса мен, я соны ашасыздар, я бірден доступ сұраса бересіздер, я сонда мысалы қараңыздар, мысалы поделить етіп айтсам, ой ананың ішінен де кіруге болады ютубқа, просто мына ыңғайлы. Так, так, мына жерде біз не бар міне, открыть браузер деген бар, мына открыть браузер, мына өзі перевести деп тұр, қараңыз. Так, басам, так, қазір көріңіздер ма? Les gratte-ciels touchant le ciel sont le symbole du style et de la puissance urbaine. L'amélioration drastique des capacités d'ingénierie au fil des ans, combinée à la technologie, oblige les pays à... Яндекс просто скачайте здесь, перевесите, если будет. Яндекс, вы не на YouTube, пора версии. Кейбір сайттарды да аударады дейді. Так, испанша аударды мені. Бана кейбір видеоларды білмеймін, ұзақ ойланады, кейбіреуін тек ойланады. Үшін, бүгін бұлтшы қараңыз, жақсы аударды испанша. Как будто переводчик сияқты. Многие семьи говорят нам, что им нужно снова прибегнуть к мукам голода, потому что они не могут позволить себе повышение цен на продукты питания. Потому что выросла вся арендная плата, продукты питания. По данным Национального института статистики, годовая инфляция в сентябре составила 9%. Товары необходимости, такие как молоко, яйца и масло, подорожали más de un 20% si se comparan los precios de agosto. Перевести мне сейчас субтитры с нахосом, аркиды вот оригинал. Многие домохозяйства больше не могут противостоять. У моего мужа работа на полставки, и там мы кое-чего добиваемся. На Алиса, но этого ни на что не хватает. Ребенок ходит в школу, значит, нужно платить. Девочка идет в детский сад. Испания за квартиру, счета, проблем с войбой, так что я ржах здесь. Практически все, что она взимает, это 1000 евро брутто. То есть больше того, что выходит, чем того, что входит. Случаи подобные. Так, немецкие новости, дядя Бермим Хайсик. Эстон сон лос регуста парамен да Алемания де Эспанол. Немецкий дегенте. Я мен переводчикпен алып отырмын ғой, сондай испанский алып қойған ғой бана. Көрдіңіздер ғой, да енді оригиналын тапқым келіп отыр ғой видеоны. Так, сайтта да аударады дейді. Так, так, төрт күн бұрын жаңалық, қараңыздар. Енді қараңыз, перевести етемін яндексіне. Қараңыз, мен білгім келеді я испания ту германияда не жаңалық болып отырған. Төрт күн бұрын басам, перевесетем. Азайтса таргинал. Ё-моё, Яндекс сіздерге алла разы болсын, но мощный дейді. Не айтасыздар. Меня зовут Себастьян Гюнтер. Мне 40. На видео таратыңыздар, айтпақшы, аст видео астында поделиться деген бар. Я являюсь фельдшером скорой медицинской помощи. Руководитель практики в центре пожаротушения. Из 5 машин скорой помощи, обслуживаемых охраной, сегодня дежурит только 3. Так, ущерпте. Біліп жүрімге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз.
Так, Сулева, это в Казах оперирует? Разных места дислокация на станции метро может означать, что парамедики скорой помощи сталкиваются с людьми, которые бросаются под поезд, чтобы покончить с собой. Болта? Я? Yeah. Надо нам скачать эти стороны, Болта.